Натюрморт по количеству и разнообразию предметов близок к классическим образцам этого жанра. В центре букет цветов в стеклянной вазе, стоящей на мраморном столе. Около нее птичка с пестрым оперением, обхватившая лапками карандаш, и гусеница, ползающая по упавшим на столик листьям. Как и в других рисунках, художник использует приемы обманки. На узком зеленом листе он помещает сидящую муху, на цветке и листьях капли росы, на вазе бабочку. Они изображены словно живые, подчеркивая иллюзорную достоверность остальных предметов. На блестящей поверхности стеклянной вазы Толстой рисует отражение невидимого окна, как напоминание об окружающем мире, частью которого является и сам натюрморт. В этой работе в полной мере раскрылось мастерство художника, богатство его приемов. Толстой писал о своих натюрмортах, что делал их в свободное от серьезных занятий время. Однако для него не существовало незначительных сюжетов. Художественное совершенство, поэтика этих работ, огромное графическое наследие мастера показывает, что рисунок много значил для Толстого, был его душевной привязанностью. Не случайно в обзоре своей художественной деятельности он подробно перечислил свои натюрморты. Толстой бережно хранил их, собрав в альбом. В 1895 году натюрморты были приобретены Третьяковым у дочери художника Екатерины Федоровны Юнги и стали украшением коллекции Третьяковской галереи.